на Барби-мобиле с откидной крышей. За рулем она, русская Барби, Татьяна Тузова. Впрочем, девушка просит себя называть просто Таня или Таня Барби. Барби, Russian Барби, меня все узнают и вопрос задают. Russian Барби. Барби, Russian Барби, когда погуляем на твоей свадьбе. Russian Барби. А сердце точеной красавицы занято давно специалистом по коррекции позвоночника доктором Шацким. По словам Татьяны Тузовой, куклы в ее голове совсем не мешают семейному счастью. Близкие поддерживают ее розовые идеи, правда, иногда угрожают точеной фигуре. У меня семья, муж, сын, который очень любит покушать. И приходя домой, я, конечно, расстраиваюсь, потому что это накрытый стол, вкусная колбаска. Сами Тани у меня не худенькие. Ты права. Так стало гораздо вкуснее. Это все сказки, говорит Татьяна Тузова. И в реальной жизни ради осиной или кукольной талии приходится отказывать в калориях. А еще решаться на кардинальные меры – лечь на хирургический стол. Позволила себе увеличить грудь, подкорректировала немножко нос. Он у меня раньше был больше, и такая даже горбиночка была. А потом нарастила волосы. С каждым годом они у меня все длиннее и длиннее. Она такая стильная! Интересно, есть ли у нее лучшая подруга? Есть и не одна. Сейчас в ее коллекции 1800 кукол Барби. Здесь и европейские спортсменки, и чернокожие, и индийские принцессы, и китайские красавицы. Это настоящий рай для девчонок. Столько кукол, всякие разные. Наверное, об этом я мечтала лет в 12. Смотрите, вот такая вот у меня была кукла-спортсменка. У нее даже есть краска специальная для волос, ей можно было красить волосы. Да-да, я в нее играла. Самой старой кукле в коллекции почти полвека. Но любая из раритетных игрушек, по словам Тани Барби, в сотни раз лучше современных. Вот это раритетная русалочка. Это год примерно 90-й, а это вот совсем недавно выпущено. Если даже посмотреть на качество волос, качество тела, здесь качественная резина, здесь уже идет дешевый пластик. Несмотря на то, что стоят эти куклы так же, как и так называемый винтаж, на этой полке мировые звезды. Вот Клеопатра, Шер и Дженнифер Лопес. А вот это Мерлин Монро. Удивительно, но секс-символ 50-х среди голливудских знаменитостей едва ли не самая дешевая персона. Стоит всего 3500 рублей. В то время как Типпи Хедрен из кинофильма «Птицы» почти 20 тысяч. А самая дорогая кукла – Мария Антуанетта. Королева Франции обошлась Татьяне Тузовой больше, чем в 200 тысяч рублей. Но для самой Тани нет ничего дороже ее первой куклы. Это моя самая первая кукла. Ее мне подарили, когда я лежала в больнице с переломом и никак не могла выздороветь. И мне принесли ее из Америки, привезли родители, поставили на тумбочку. Я вот любовалась ее красотой, даже не вынимала ее из коробки, потому что мне было даже жалко ее трогать. И сегодня к этой коллекции не притрагивалась рука человека. Все куклы стоят на полках в коробках. По словам Тани, как только Барби покидает упаковку, ее стоимость падает почти до нуля. Ты в моих мечтах, рядом и вокруг. Отдаю себя во власть твоих любимых рук. Русская Барби ездит по миру с гастролями и из каждой поездки привозит уникальные экспонаты для своей коллекции. Здесь куклы из Европы, из Америки, из Китая, Филиппин и Мексики. Кстати, пластиковая копия латиноамериканской художницы Фриды на побережье Тихого океана запрещена. Появление этой куклы мексиканцы посчитали едва ли не оскорблением нации. И если в Латинской Америке ее не найти в коллекции, Тани, кажется, есть какие угодно Барби. В них девушка черпает вдохновение для своих песен и нарядов. Тани еще и дизайнер. Она делает костюмы из цветов. Вот костюмчик вот этот я сшила сама. Ой, костюмчик сшила сама. Ну а корону мы купили в магазине костюмов. Вот. О, Бароша, ты такой красивый. И у него
такой же, как и жизнь в розовых тонах. Раскрасить свои будни гламурной краской мечтают многие девочки. Именно для них Татьяна хочет создать музей Барби и поставить рекорд – дойти до 2000 кукол. Мне все Барби понравились. У них красивые платьишки, красивые волосы. Одни подражают живой Барби, другие называют сумасшедшей. Таня Тузова на пересуды критиков не обращает внимания и мечтает когда-нибудь построить свой розовый замок и выпустить свою куклу. Куклу Таню. Анастасия Шкитина, Александр Мамедов, ТВ «Брикс».